Уверенным движением шпателя рабочие укладывают штукатурку на фасад здания. На улице Московская, 5, уже 3 недели идут работы по капитальному ремонту дома. Здесь трудится бригада из 14 человек. Задачи перед ними стоят ответственные, ведь работа сезонная и нужно успеть в намеченные сроки. Фасад производится в технологии мокрого фасада без утепления. Используется штукатурная сетка, штукатурная смесь по сетке. После этого делается декоративка. Потом красим в соответствующие цвета, которые приняла администрация, и заканчиваем свою работу. За ходом работ следит специальная комиссия. Проверяют соблюдение правил техники безопасности, наличие материалов и, конечно, качество выполненной работы. Подрядчик работает в соответствии с календарным графиком. Я думаю, что они успеют до наступления отрицательных температур. Претензий по качеству не выявлено. Работают хорошо. Ремонт в многоквартирных домах идет не только по этому адресу. Обновляют фасады по всему городскому округу. В планах до конца года еще отремонтировать 4 дома. Основную часть работ по ремонту фасада уже выполнили. Запланировано 35 домов, выполнено 22. В работе сейчас 9. Также это ремонт внутридомовых инженерных систем. Запланировано 22 дома, выполнено у нас 9 домов. В работе также 9 домов и осталось к выполнению на 2024 год 4 дома. Кроме обновления фасадов, продолжают ремонт подвальных помещений, систем электроснабжения и меняют кровлю. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.